Приветствую зрителей канала Игрофильмы, с вами Раш Налидзука, и мы продолжаем прохождение игры «Одни из нас». Итак, мы уже совсем близко от Капитолия оказались. Осталось, видимо, совсем пару шагов нам сделать. Что ж, не будем тянуть резину, идем дальше. В предыдущей серии мы с трудом прошли музей, заселенный зараженными. Так, что у нас тут? Смотри-ка. Записочка. У него на руке символ цикад. А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Приказы. Слушай, патрулировать район встречи. Перед доставкой девочки в очередное укрытие убедиться в отсутствии военных. Проследить, чтобы девочка была накормлена и здорова. Ее безопасность крайне важна для всех нас. Так, ну вот что мы видим? Опять-таки вот один из тех, кто должен был встретить девочку, уже мертв. И это нехорошо, друзья. Чувствую, весь геморрой свалится на наши плечи. Ну, в принципе, поэтому мы играем главными героями. Так, это можно, наверное, подтащить. Я заметил, места в игре подсвечены, то есть подкрашены желтеньким, где вот можно залезть. Вот как вот здесь вот под забором, видите? Как бы незаметно, но подкрашено, так, скажем так. То есть как будто это должно быть, но он выделяется на фоне окружающей среды, этот желтый цвет. Перелезаем. Это лента как бы предупреждающая об опасности, но вот она специально сделана, чтобы мы увидели, что здесь нам нужно как раз таки пролезть. Нам нужно туда, где опасно, как обычно. Надо же. Финишная прямая. Ну что ж, скоро мы увидим конец игры, мы отдадем девочку, и будут финальные титры. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. А здесь тут крокодилов хорошо, не будет. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Какая красота все-таки. Вот такая водичка. Ну, конечно, зеленая, вся зацветшая, но все равно это смотрится красиво. Аттракцион, что ли, был или что? Да, лодка с лебедем. Красиво. На такой бы покататься. Пришло время заходить внутрь. Так. Перед этим лучше прошарить все углы. И, кстати, надо заглянуть в рюкзак, что у нас там, может, что-то нужно создать на всякий случай. Так, вот хотя бы нож. Больше нечего. Мало ли что нас там ждет. Что ж, пошли.
Нет, нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Столько, сколько нужно! Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Но иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Мы знаем, вы здесь. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Да. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Мамочки. Я подозревал, что ее в музее укусили, но я не думал, что мы так быстро с ней расстанемся. Честно говоря, может, думал, попытаемся ее спасти или что-то типа того. Тут все жестоко. Надо идти дальше. Прям как в сериале «Ходячие». Цель нейтрализована. Она подстрелила двоих моих ребят. Вас понял? Ты ломаешь дверь. Господи. И идешь со мной. Тесс! Конец, ее уже завалили. Так, а куда мы повалим? Они вот-вот ворвутся. Пора валить. Так, бесполезно здесь идти. Что у нас тут можно создать? О! Коктейль Молотова пригодится. Как раз таки. Думаю, сейчас на нас нападут. А вон они уже бегут, суки. Сейчас им сразу и подкинем сюрприз. Блять.
пригодится, конечно, но... О! Винтовочка. Вот это нам сейчас абсолютно не повредит. И что теперь? Так, они уже идут, суки. Джоэл! Так, вижу. Так. Поищу там. Ты, глянь внизу. Что тебя? Сука, не сдох. Цикады, вали! Вижу! Перекрыть выходы! Только не высовывайся. Сейчас я вам подкину коктейльчик, суки. Ну что? Я чуть тебя не пожег нахер. Если напрятаться нельзя. Идем, Элли. Да, всех. Иду. Так, у вас оружия-то нет? Ага. О, боже. Патроны. Это нам обязательно пригодится. Удачно вышло. Ну, блин, конечно, весь коктейль Молотова потратил. Но для этого он нам нужен. Все, пошли. Чтобы выживать. За мной, идем. Так, 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 что-нибудь еще где-нибудь здесь надо найти полезное. О, а это кирпич. Туплю. Извиняюсь, ребят, нам, конечно, сюда. Так, дубина тоже нужна обязательно. Оружие ближнего боя здесь очень важно. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Суки ходят, блядь. Попробуем здесь пройти. Хоть столы есть. Какое-то укрытие. А, сука! Блять, что ж было? У него заложник! Сука, я убью его! Руки вверх! На, тварь! Сука! Где твое оружие? Черт!
Интересно, они девочку тоже убить хотят, или она им живьем нужна? Урод! Сука, два патрона. Где ты ходишь, тварь? А вон он нас обходит с той стороны. Черт! Фух, сука. Готов. Я чувствую, с патронами у меня будет постоянная нехватка. Дальше. Я иду туда. Давайте, ищите, придурки. Где ты, гребаный вонючка? Фак, блядь, они близко подходят очень. Кстати. Черт, они туда не пошли. Вот сволочи. Куда ж ты делся, говна вот кусок? Тихо. Джоэл, вот вы. Чего там? Пусто, вижу, вижу. Здесь пусто. Ищи дальше. Я посмотрю там. Так, тихо, тихо. Теперь двое всего осталось. Надо их нахрен убить, да и все. Этих ублюдков. У нас потери! Ах ты, тварь! Ну что, иди сюда, дружище. Ах ты, сука! Тварь! Фух! Нам пора на выход, но надо здесь облазить тоже на всякий случай. На предмет полезностей. Все, здесь уже нечего искать. Идем. Я же доску брал, или я ее уже использовал. На чем они приехали? Может быть, тоже колеса. Смотри, не повредили. Там лестница. Пригнись.
приехали. Мать их. Опа, споры. Вот черт. Ну, мы попали. Нет цели. Прием, нет цели. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепление. Вас понял. Держи. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Где ты, черт возьми? Да ебать, куда ты идешь, сука? Тихо, 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 тихо. Он нашего взял! Блин, их тут нет. Идем дальше нахер. Здесь тупик. Сучонок еще не понял, что его напарник сдох. Где он там? Он тут уже лазит, нихера себе. Сволочь, хотел по-тихому его задушить. Так, надо в поезд заскочить. Вагон, точнее. Может, тут что-нибудь валяется, осталось кого-нибудь, какие-то лекарства или еще что-нибудь. А хрен там. Все поросло тут. Ой, это что, это вода уже, что ли? Слушай, я не умею плавать. Ну вот сюрприз, блин. Что-нибудь придумаем. Кстати, вот, ребята, фишка, я же вам говорил то, что персонажи Uncharted, к примеру, все дополнительные персонажи второстепенные умеют делать то же, что и главные на самом деле. Получается, что не совсем так, то есть Элли у нас плавать не умеет. Как-то надо будет ее переправить. Видимо, тут, конечно, хреновая вообще сейчас. Фонарик еще вздыхает. Так, как мы ей поможем? Вот бы по этой трубе бы, если бы она как-то там зацепилась. А где она, кстати? Я ее вообще не вижу. Ладно, нагонит. Так, что тут делать-то? Что он дальше не хочет? Там ничего не от меня хотят. Фух, так. Ну, там внизу видно, по-моему, отверстие.
Смотрите, как тут сразу все видно хорошо и красиво. Вот она поползла точно по трубе. Так, ладно, давай, вперед. Вот что тут у нас. А, лесенка, нам ее не взять. Смотри-ка, еще работает. Там лестница. Может пригодиться. О, кстати, сюда можно залезть. Записочка. Твой контакт, парень по имени Фрэнк, это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в КЗ, Бостон. Встретишь его у выхода из метро на Парк-стрит, прямо у Капитолия. Вот его виза и бумаги для КЗ. Классно сделано, да? Осторожней там внизу. Мои люди видели много щелкунов и лазутчиков. Где его черти носят? Уже 2 часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы что-то двигалось. Такое чувство, что лазутчики вот-вот нападут. Ладно, даю ему еще 15 минут, а потом ухожу. Вот такая фишка. Только не оставляй меня тут. А что у нас тут? Чего нету? Сидит, понапрятан. Что еще мне остается? Ой, а, ну туда от меня не надо. Нам как-то надо сюда перебраться. Что мы видим? А вон там, по-моему, плот какой-то плавает. Ну-ка. Секретов никаких нету, секретных проходов. Вроде ничего не вижу. Да, под водой, конечно, видимость гораздо четче, чем на поверхности. Фух, ладно, где-то эта доска плавала. Залезла. Аккуратнее нельзя было. Осторожней. Доска не утонула. Где ты залезть сможешь, наверное? О, здесь нет. Давай, давай. Ну. Отлично. Там лестница была. Вот она. Держу. Отсюда. Да уж, скорее бы отсюда свалить. О, мы видим природу.
Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Ну что ж, друзья, на этой ноте мы завершаем данную серию. Опять-таки, много чего нам пришлось Почему пережить. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Так. В общем, еще раз прощаемся, друзья. Мы потеряли Тесс, это было очень тяжело и неожиданно. Нужно как-то это пережить и идти дальше. Нас ждет, видите, как красивый лес, но это будет в следующей серии. Так что оставайся на канале Игрофильмы, встретимся в следующем выпуске.